Я думаю, будет самым правильным, если я прочту вам письмо, которое написал вам Филипп Янковский. Дорогие друзья, сердечно благодарю вас за сохранение памяти о моем отце. Я хочу сказать отдельное спасибо людям, которые проявили инициативу и решили установить памятник Олегу Янковскому рядом с театром, где начинался его творческий путь в городе, с которым связаны его молодые годы и яркие воспоминания. Саратов всегда оставался в его сердце, этот город служил для него источником вдохновения, всегда давал ему творческий импульс, придавал сил непростые моменты жизни. Пусть образ, созданный Олегом Ивановичем, дарит жителям города радость, гордость, оставляет место для мечты и, быть может, послужит образцом для благородных поступков и самоотверженных проявлений души. Спасибо за память. С уважением, Филипп Янковский, Людмила Зорина, Иван и Лиза Янковский и Оксана Пандера. Может быть, от себя немножко. Когда уходят постарше тебя, это естественно. Сейчас на мероприятии. А случай с Олегом, конечно, другой. Ну, значит, оставлю прием. На полпути. На полпути. Но любил он и свою профессию, и свой театр, и этот город. Так что давайте помянем его добрым словом. Они снялись вместе.